Снова видео без заставочки. Так, немножко расскажу про свои мысли. Уже сколько, где-то полгода, наверное, на Лексусе катаюсь и без флешки маленько напрягает. Диски, радио, ну, не то. И басы не слышно. Ну, есть, конечно, модулятор FM. Я его ставил, там слушал, но тоже звук не тот. То есть не передается по радиосигналу вот именно те басы, именно вот качество звучание не то, мне не нравится. И я решил посмотреть, что можно придумать с Лексусом 99 года, где до сих пор есть разъем для кассеты. И пошукал немножко в интернете. Нашел, в принципе, несколько интересных вещей. Сейчас расскажу, какие вещи. Первая вещь – это Yetur. Всем известный. Ну, тут все просто, покупаете. Его можно и в Алмате, в принципе, купить. Правда, он стоит здесь 1020-25, наверное, тенгой. Покупаете Yetur, покупаете вот такой V-образный кабель, переходник. Вот он. И подключается это все сзади к мафону. Либо к CD-ченджеру, к разъему, куда подключается CD-ченджер. Но у него есть одна проблема. Да, это классная штука, там все. Тут даже продавец пишет, вот что он подходит RX300, Harrier с 98 по 2002 год. И именно к тому магнитофону, который стоит на 99 году Lexus RX300. Это P1714 модель. Вот он, вот так выглядит. Стандартная модель, которая тогда ставилась с кассетами еще и без дисков. То есть диски уже в ченджер вставлялись, который в бардачке находится. Но проблема в том, что цена его даже на AliExpress $63.78, что, в принципе, не дешево, я так скажу. И плюс еще про него пишут на форумах 50 на 50. Кто-то пишет, что он работает с P1714, кто-то пишет, что он не работает с P1714 моделью магнитофона. Как-то так. То есть, ну, $63 тратить на то, что не уверен, что будет работать у тебя, я думаю, это глупо. И пошукав, еще нашел одну вещь интересную. Кстати, сейчас покажу кабель этот U-образный, который нужен. Вот он, этот кабель. То есть переходник с 5 плюс 7 пиновый на 6 плюс 6 и 5 плюс 7 пиновый. То есть вот этот разъем вы вставляете в кабель, который идет на CD-ченджер, либо в сам магнитофон сзади втыкается. И здесь два выхода. А вот этот выход идет на навигацию, если она у вас есть, а сюда уже вот в этот втыкается сам Yetur. И вторую вещь, кабель, кстати, стоит $8.69, бесплатная доставка. И вторую вещь вам сейчас покажу интересную, что я нашел. Это вот такой вот адаптер, тоже получается. У него с одной стороны идет 6 плюс 6 пиновый разъем, а с другой стороны получается USB выход и AUX. Ну, то есть почти то же самое, что и Yetur, но только с проводом. Ну, я думаю, даже это удобно будет, то есть балалайка не будет у вас где-нибудь там торчать квадратно, у вас будет два вот выхода выведено. И плюс к нему еще картридер в подарок дается. То есть втыкаете в USB, можете SD-карточки втыкать. И что меня приятно удивило, это цена. Смотрите, вот этот вот адаптер стоит всего $18.34. Здесь уже можно подумать, как бы можно купить. Ну, тут продавец пишет, что Toyota Lexus Xeon подходит. Все ништяк. Штатное гнездо, куда вставляется CD-ченджер через этот же кабель. То есть этот кабель по-любому придется купить. $8 и плюс $18. Но это уже не 63.78. И то это, я сказал, 63.78, если вы сами будете заказывать его через AliExpress. А в Алмате они есть, Yetur их продают, но цена у них, соответственно, уже будет намного больше. Это вот эта цена плюс маржа самого продавца. И это будет дороже. Что я решил? В общем, я заказываю эти две вещи. То есть это U-образный разветвлитель
И, собственно, вот эту балалайку. Вот так она называется. WT-USB. Конкретно названия у нее нету. Ну, то есть китайцы что-то сделали в очередной раз. Закажем это все, думаю, недельки две оно будет идти. Доставка, кстати, бесплатная, тут пишут, до Казахстана, службой Чинапост. И потом по прибытию я сниму видео, как я буду подключать, и, собственно, проверим, как оно это все будет работать. Собственно, все, что я хотел сказать в этом видео. Закажем, по прибытию проверим, протестим, все вам покажем. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, пока.